Привет! Вы на канале Малсен. И сегодня у нас очень интересная игра. Вешать обезьянки на... Пальмочку. Пальмочку, да. Давайте открывать, а потом все вам покажем и расскажем. Опа, убегает. Тут есть магнит. Самой пальмочке. Авария произошла, но не страшно. Да. Давайте собирать. Вот так. Магнитом вниз. И вот так. Магнит. Тут есть кубик. Тут есть 3, 2, 1 и 4. Тут есть минус 1 и минус 2. Если выпадет минус 1 и минус 2, нам нужно с пальмочки обезьянок снять. Если выпадет 3, 2, 1, 4, нам нужно обезьянок на пальмочку одеть. Тут, начинаем? Да, только тут есть розовая обезьянка, есть темно-розовая или фиолетовая, есть оранжевая, голубая и такая салатовенькая. Выбирай себе цвет. Давай без цвета, давай просто кто больше повесит. Давай. Начинаем? Да. Кидай кубик. Я первый. У меня 3 выпало. Вот 3. Так. Раз. Два. И 3. Теперь моя очередь. Да. Минус 1. Минус 1. Минус 1. Беру 1. 1. Два. Я возьму такую фиолетовую. Раз. Без рук. Один минус один. 3. Я добавляю, ты отнимаешь. Раз. Два. И три. Две. Две обезьянки. Обезьяна, обезьяна, обезьяна. Два. Ну, а кубик кто будет бросать? А, забыла. Два. Меня иногда папа называет обезьяной, потому что я на него лажу, как обезьянка маленькая. Два, теперь я. Минус два. Раз. Два. Два! Тут у нас... Один. Один. Два. Один. Где-то надо туда, да. Один. О. Минус один! Снимать, кстати, обезьянок тоже нужно правильно, потому что если снимаешь, тоже может конструкция вся рухнуть. Минус два. Раз. Два. У меня один. Беру. Нуля один. Минус один. Минус один. Минус один. У
два. Раз. Два. Четыре. Вот, начинается уже игра. Раз. Четыре. Твой ход. Да. Мам, а что тут 4 плюс? Это для деток от 4 лет и выше. Твой ход. У меня 4. Опа-па. Опа-па. Это да, опа-па. Я на всякий случай возьму тебе себе 4. Так. Раз. Два. Три. Три. И. Четыре. Обалдеть. О! И у меня 4. Так. Аккуратно. Аккуратно. Раз. Тихо, тихо. Два. Я сюда надо, если я тебе подскажу, на эту большую. Хочешь, пойдешь? Нет, я сама. Ай! На меня упал желтый. Я проиграла. Ну, мы сейчас с Кирюшкой будем продолжать играть в эту игру, но уже, наверное, без вас. Да. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Мао Санта. И всем